Девчоночки, привет! Сейчас идем в лес на шашлыки, если честно, и кататься на санках. Я есть такая лопатка вот так. В общем, идем кататься на санках. Пацаны уже минут 40 пошли разогревать, ну, делать мангал там. В общем, шашлыки жарить, да? Не знаю, уже 100 лет не было на шашлыках, девчонки, так что вообще сама с удовольствием иду. И погода сегодня хорошая, ветра нет, снега много, так что будем сегодня кататься, развлекаться. Сегодня суббота у нас, я не знаю, когда будет видео у вас, так что это... ну, посмотрим. Хочу, как знаете, как в передаче передать привет моим родным, мамуля, папуля, тетя Валя, привет. Ну и Ленке можно с Сашкой тоже так, с Димоном заодно передать. В общем, я надеюсь, вы скоро уже будете с нами тут. И будем все вместе ходить на шашлыки. Так, все, сейчас, девочки, мы, наверное, будем переходить дорогу, поэтому я выключу. Пошли, пошли, смотри, не упади такой кисель. Там горка, смотри, не это. Ну да, ну садись едь, она маленькая, ты садись едь. Садись на красненькую и едь. Сможешь? Вот это же, блин. Как это, как таракашка, пока сядет. И давай так, фух, и поехала, молодец. Вставай теперь. Вставай, вставай, мышь. Вставай. Вытрушилась. Все, мышь, готова? За ручку бери и все, и пошли. Ев, смотри, кто идет, Ев. Маргарита. Смотри. Мама, папа, куб. Привет. У меня теплая комиза. И тебе, всем, да. Ой, блин, да. Здесь, да, не погода какая, никакого снега. Ну, такую зиму я люблю. Да, вот такая зима вообще классная, конечно. Жарко, мне очень жарко. Кузя, едь, едь, давай. Когда кустики поедешь. Да дальше, дальше едь. Что поехай, ты? Поедешь. Ну стой. Давай, дальше едь, дальше. Нет. Давай, хоп. Еще толкайся. Да, снег, из-за снега, наверное, не едет. Здесь так ехала хорошо раньше. Отойди, может быть, у Маргоши получится. Ага, ты видишь, если уж ледянка не едет, то это совсем не скользко. Немножко, немножко, знаешь, проехал. Слушай, я реально, я за всю жизнь только снега не видела. А вот наши детальки похожи на их. Так, а парни там, смотрю, шашлычки. Девчонки, ну сейчас подойду ко всем нашим, а это
поздоровайся, потом уже вам что-нибудь сниму интересное. Ну, вон наша беседочка, как вы поняли. Вообще такая погода классная. В общем, давайте с нами. Котики! Попал. Ничего сейчас. Ой, а гляньте, тут кота, да, кто-то сделал вообще. Все честно, сейчас он все с другой стороны подойдет. Там заходит план. Ой-ой-ой-ой-ой. Так вроде ж фотографируют. Ну, теперь все время говорить. Сыр, сыр. Картошка не будет. А картошка, она не сгорит, а с ней, в принципе, ничего не случится. Она просто мягче. Она просто тепленькая. Пока тепленькая, пока тепленькая. У меня один сок, да. Ухнем. Мама, сними. Печатки. Все, хорошо, пошли. Леха, ты попробовала? Нет, еще. Пошли, я тебе перчаточки переодену, да? А что, ты испортила? Сними котик и перчатки. Ну что, огонь? Да. Уже все. Ну, как полусладко, да? Все давно. А ты водочки налил? Лавашем снимай. Попробуй. Только поубирал, тут опять. Ну попробуй первый. Лавашем снимай. Кому это надо? Ну, красного нет. Девочка, веди прилично себя. Это вот Паша решил съесть все шашлыки, да. Просто. Она. Убирай, убирай, Ева, давай снег с дороги. Не надо на него кидать снег, Ев. А он в комбинзоне. В комбинзоне? Не надо все равно кидать на него, даже если он в комбинзоне. Снег, посмотри, Паша. Круто, вот это мама. Давай, возьми он. О, молодец, давай. Продолжите вечер. Не нашла. Ну, как бы. Суббота же. Так хорошо все начинается. Нужно же как-то танцевать теперь. Да. Разгрузиться, взвеситься. Конечно. У нее. Да. Я еще не взвесилась в одежде. У меня одежда, на мне одежда на 2 килограмма. Баха, вот раз. Капец. Да. Ну, как я хожу. Девочки, не взвешивайте свои одежды. Лучше так, нагишом. Даже на улице. Если да. Видите весы, раздевайтесь. Да. Полностью.
Судя еще, которые Паха рост меряют. Скажите, подождите. Девочки, давайте. Тогда будут верные. Давайте кушать. Ой, какого уже снеговика, Лена. Девочки, хватит. Уже снеговичок там такой. Девочка, пошли кушать. Где? Кузя, давай, дядя беги. Леша, завязывай женщину себе. Нет, еще головы нет. Да, зачем тебе голова? Это нормально. А ты не вот этот? Евчик, пошли шашлыки есть, давай. Пошли. Иди, мяско. Мяско, ты что, давай, Лянь. Давай, оно жарилось тут специально мясо для тебя. Я хочу. Я соку налью, пойдем. Я соку налью. Она наелась картошечки. Леха! Поэтому мяско не хочу. Не надо. Иди сюда. У меня что-то в глаз попало. Вот, смотрите. Лаваш заворачивай. Куси. Ева, ты сейчас домой пойдем. Иди сюда. Нормально. Давай, все. Идем домой тогда. Не хочу. Тогда кусочек мяса. Давай. Или кусочек мяса, или домой. Катя. Нет, я хочу. Хочу сок. Папа. Хочу сок. Давай, и сока, и кусочек мяса. Маргоша. Все красиво. Не, сейчас будем их катать. Пусть они сами разберутся вначале. Что бы съесть? Я смотрю, самое вкусное спрятали под вот этим пледиком, да? Это пледик, это лавашик называется. Пледик. Ну, лавашик. Почти пледик. Это свежий еще. Пылу жару. А можно кусочек? Конечно. Какой тебе самый вкусный? Самый вкусный. И завернуть в пледик можно? В пледик завернуть. Чуть-чуть давай как возьмем. А может их свежий пожарим? Там еще есть. Давай свежий. Давай, до последнего. Ой, спасибо. Девочки, приятного аппетита. Я говорю, ты гнул? Да, говорит, ну а как я ее погнул? Если что, понял, два пальца и... Да, говорит, я так подсунул. Если надо, разогнул молотком. И штамп. Это человек, который понимает, что штамп должен вообще один раз работать. Ну, не додавил ее. Не, у него есть шаблончик по-любому. Шаблон. Ну, штампы, у него не того радиуса, который... Не, штампы тупо два кругляка и кругляком давит. Сейчас, девочки, пойдем ловить. Ловим. Ящик, а ну-ка покажи перчатки свои. А ну. Так. Мне не нравятся твои перчатки. Обтруси. Дай мне руку. Они и так большие на пару размеров. Давай, обтруси. Это последние. Шестые перчатки. Капец. Короче, нужно с собой, если идешь в лес, брать штук 20 перчаток для детей, потому что все гуляют. Вон Вероника. Ну да, как это русская, это Василиса. Да, да. А, кстати, очень часто я вижу сверх пуховика вот так вот кладу в метро, когда это. Ев, что это за глупости там? Нет, а ну-ка встали, быстро встали. Нельзя сидеть на холодном. Быстро. Маргарита, садись. Ноги вперед. На санки. Вот как красиво. Это горочка здесь вниз вот такой, да? Все круто. Так красиво, Лянь.